Thank you.
Подал туда.
Да, да, да.
Сейчас сразу, чтобы все было хорошо. Сделал, надо мало.
Но! Я первый играл еще в такую играл, все вообще. 10-7. Ну чуть надо, на самом деле, да. Шире, чем надо. А он не так чуть-чуть лег. Как уверен. Не, он прям четко ходил. Он еще за позицию. Он мог. Нет, не на 2, я думаю, побольше. Да, я думаю, 5. Thank you.
Это не твой. Это Леша, конечно. Ударил, бежишь вперед. Ааа!
сейчас, когда Леша готовится ударить, я стою вот так, конечно, не слышу. Right.
Thank you.
зачем? Thank you.
Нет, да, типа не обязательно. А? Ну, я сказал, что попал. Окей, 5-6, да? Ну что это? Я бы туда, а в Бабахенбе, и там не было очень удобно. 7-7. Блин! Да как так? С трудом, но нажали. Не, Олег, Олег, наклевывали, так наклевывали. Thank you.
думаю, что мне делать? Ты знаешь, скидывать, там вообще вряд ли тебя нет. Нет, я не о том. Ты не понимаешь трубу Бэхендов, а ты зато щели бьешь, как и надо. Нет, потому что раньше ты пытался вот так скинуть. Когда раньше тебе творишь ты. Что вы делаете? Это его порнографии. Вот эти его тыки. Когда Леша ногами бегает, это нормально. А когда не бегает, это генератор случайных ударов. Причем... Самая проблема, что случайно и непонятно для партнера. Я понимал, что мне перекинуть может повторять. 21 первый хороший. За 2 часа. 21. Thank you.
Yeah.
надо, не надо. Против них. Новый, надежда на то, что он летит.
Пора дома. Понятно, кто в нашей команде самое слабое звено. Ой-ой. Я не знаю, скорее да.
один корпус. 14-20. Ой. Слушай, ты... Давай, можно? А сколько? Половина. Ну, как скажете, я что? Какая? Вот это бесплатно. Хотите одиночку? Хотите играть? Хотите, мы играем. Ну, если это будет одиночка, то это будет последнее 100%. Ну, может, еще одну пару, а потом вы играете один. Давайте, да. А мы не играем. Да, ну, сразу последний. Давай, потом мы. Мы еще с этой стороны не играли. Да. По-моему, мы первый проблем. А если уж мы выиграем, то третий. Мы здесь, по-моему, проблем. Нет, это там матч. Попасть. Не сложно. Так, 1-0. Чтоб тебя! Надо, если можно...
Не, было так. Хорошо. Что мне здесь делать? Прыжок. 14. Дома, блюдо по головам выйдет.
Ну, дома, ну, вот здесь, ну, вот с Лацо по угловым сыграл ничью. Дома. Звездный проебал все, причем уверенно проебал. По угловым. 8-1 Боруссия. 5-9. Проигрывая матч. Вопрос. 6-2 Лацо и 6-3 Боруссия. Сейчас он проигрывает зону 6-8. Ну, это матч, конечно, товарищ. Для Зенита. Прошлый чемпион тоже ни от кого матч по угловым не вышел. Ну там соперник просто такой.